Подвели итоги и отметили лучших. На рабочем заседании Главного управления МЧС России по ЯО во главе с губернатором области и начальником подразделения рассказали о намеченных планах развития ведомства, озвучили проблемы и наметили пути их решения. А также наградили отличившихся сотрудников дипломами и медалями в разных номинациях областного ежегодного конкурса «Созвездие мужества 2017». Мы собрали председателей КЧС, глав всех муниципальных районов. В течение 2 дней мы будем проводить обучение, значит, практические занятия, значит, мероприятия проводятся под руководством губернатора Еврейской автономной области. Экспертное жюри оценивало каждого из участников по количеству и качеству проведенных в течение года проверок по результатам профилактической работы, а также учитывалось число составленных административных протоколов. Лучшим сотрудником подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России признали старшего лейтенанта Анастасию Миреуца. Моя профессия мне очень нравится, так как очень интересно работать с людьми, помогать им, да, и расследовать пожары. Да. Мы по роду своей деятельности выезжаем на возгорания, пожары и расследуем их. Отметили и работу журналистов областных СМИ за освещение деятельности региональных спасателей. Съемочная группа телеканала НТК-21 и директор авторадио «Биробиджан» Дмитрий Егерев вошли в тройку победителей фестиваля. Их наградили за цикл сюжетов и программ о работе ведомства, вышедших в эфир инфоресурсов медиахолдинга «РИА Биробиджан». По словам руководителя управления Романа Бойко, 2017 год ознаменовался достижениями, упорной борьбой со стихийными бедствиями и оперативной работой с чрезвычайными ситуациями. А ежегодный областной конкурс «Созвездие мужества 2017» дает отличную мотивацию для новых побед в трудовой деятельности личного состава и тех, кто принимает активное участие в жизни ведомства. Олеся Жирова, Андрей Терехин, Новости 21.